Всем привет, это даже превью Hell in a Cell. Следующий будет у нас Big Show против Русева. Big Show — грозный соперник для Русева. Притом сам их по габаритам опасный, опаснее даже Марка Генри он будет. Ну, посмотрим, сможет ли Русев его одолеть. Что творится на троне. Такое же может случиться с Русевым. В принципе, этот бой бы мог сделать в 15-й части, но она, к сожалению, появится поздно. Я как бы уже не успею сделать кучу боев оттуда. Имею в виду ППВшных, поэтому сделаю уже в 14-й. Краш. Так, ну Русев, Генри начали. Тут же Биг Шоу сваливает Русева с ног. Боже, ходячее оружие на свое уничтожение опасно. Что сказать так? Биг Шоу контракует, тут же Лана в защите. Русев справится сам, пиздец. Шоу проводит бросок, стомп. Нет, стоп он не провел. К счастью, так. Так, Русев возвращает инициативу, точнее, впервые получает ее за матч. Комбинирует, бросает центру ринга Биг Шоу и Русев. Ё-моё, что творит Русев? Так, Русев доминирует. Так, Русеву хватило сил. Подбросить, положить, да, просто положить, хэдбат и пинок, пумс. Неплохо. Биг Шоу, Русев. Русев держит инициативу, Биг Шоу тоже, и Биг Шоу контратакует очередной раз, ёлки-палки. Ё-моё, опять раздавил. Сранится так. И Русев джампинг-хилл. Кик, неплохо. Так, Русев, неплохие удары. Так, удар коленом с разгона. Так. Опять Биг Шоу сваливает Русева с ног. Русев тычет глаза и... О, блин. Так. Русев пробивает ногой, Лана опять играет в защите и... Биг Бут. Так, ой-ой-ой, удары коленями. Русева, Русев готовится крашнуть Биг Шоу, удар по спине, нет, бывает локтем Русев, ух ты! Неплохо,
опять коленом удар. Вот тут уже не смог ничего сделать Биг Шоу. Гусев молодец. Да ё-моё, а! Что творит Биг Шоу? Да ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой, а Биг Шоу просто конкретно держит инициативу. Так, ты чё, глаза получают? Биг Шоу и бегут! Русев, молодец, так. Так, опять стомпа от Русева. Блин, Биг Шоу свалил Русева с ног. Ёлки-палки. О, нет, не-не-не-не-не, это сингл Агустин Граф. И тут же Лана хочет помочь, но не стоит этого делать, блин. Она мне еще пригодится. Русев, нет, не сдается Русев. Биг... Ё-моё, а? Задрал этот гигант. Уже. Так. Биг Шоу выходит на Пауэрслэм и... То есть на Бакбрейкер, извиняюсь. Тут Пауэрслэм. Но Пауэрслэм так не выходит. Бодислэм. Руси проводит Бодислэм. Реверс от Биг Шоу. Теперь от Русева реверс. И Руси дропкик. Это да. Русев краш. Удары по ебалу, по-русски говоря. В принципе, неплохие удары. Отец опять это жирное хуйло реверсирует, извиняюсь. Замат так. Биг Шоу пробивает ногой. И спир. Не-не-не-не-не-не-не, Русев увернулся. Желана лезет. Биг Шоу и Русев. О май гад. Это просто убийство. Это просто полное убийство. Отстань от Русев. Чокслэм. Русев увернулся от Чокслэма. Вот это да. Вот это да. Русев вернулся от Чокслэма, но пропустил бакбрейкер. Как ты задрал кидать руку, а? Ебануться еще. По голове врезал. Лана! Пристает Лана к Биг Шоу. И Русев! Русев промахнулся, к сожалению, но Лана молодец. Русев джампин хейл кик. Джампин хейл кик. One, two, no, kick out. И Русев краш. Не получилось, к сожалению, краш сделать. А вот тут, там Лана разбирает уже стол зачем-то, и Русев пробивает коленом, и Биг Шоу улетает за ринг. Давай, Русев готовится прыгать. Русев передумал это делать. Русев, вот это... О, нет! Не-не-не-не-не-не, Русев в опасности, шоу, чокслэм! Чокслэм, но Коул-то назвал обычным реверсом. Так-то это был чокслэм. Не знаю, что это необычный реверс, так. Биг Шоу возвращает Русева на прон. Добавляет Биг Бут, нет, не добавляет. Возвращается быстро, пропускает Биг Бут. Русев, неплохо. О, Биг Шоу разозлился, это опасно может быть. Удар в нос. Большой нос большого шоу. Русев пробивает ногой по корпусу. И Русев попадает в камбэк гиганта. Еп. Так. Кроссбай. Только не пинь, плиз. Спасибо. Так. Опять попытка бакбрейкера. Русев проводит свой. Плохо. Русев выходит на... На что он же выходит? Сайта сайдвок слэм от Русева. Вот так вот. Полный краш. Полнейший просто краш. И Биг Шоу выбрасывает Русева за ринг. Лана аккуратно, он опасен. Лана аккуратно, он опасен. Так, он уже вход на Лану полез. Так, ну Русев спас ее. Злого американца, так. Так, Русев затормозил при входе на ринг. Вернулся нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, опять удар большим локтем. О, нет. Очередной чокслэм. И Русев очередной раз проводит реверс. И Русев краш, о май гад. Русев проводит суперкик. И нет, неужели будет Акалада? Не-не-не-не, Русев. Лана. О, воу-воу. И Русев
Акалада от Русева, Биг Шоу в опасности. Неужели он отключится, как Марк Генри, Джек Свагер и Биг И? Ну и куча джоберов. Нет. Держится, держится Биг Шоу. Биг Шоу держится. Не может Русев его сломать, не может. Не может, к сожалению, никак вообще. Не получилось сломать. Не получилось сломать. Ё-моё. Ё-моё. Ёлки-палки, а? Биг Шоу-то держится. Ой. Ладно. Уйди. О, нет. Лано! Русев краш! Да, так, чуть-чуть, Русев краш одну в Генри. Тьфу, блядь, то есть Биг Шоу. Лана, блядь. Вот, сука, взял, реверснул. Неплохо перебросил. Русев, немецкий суплекс, ё-моё. Русев осилил Биг Шоу немецким суплексом. Удержание. Раз, два. Come on, Big Show kick out. Дропкик от Русева, а? Русев просто радует всех приемами своими. Опять начищает лицо Big Show. О, нет. О, нет. О, нет, DDT, я нет. Повезло. О, но. Накал панч! Нет, Русев не дает его провести. Биг Бут! Русев ретируется за ринг. Ладно, аккуратно, елки-палки, не лезь. Во, молодец. Просто молодец, Лана. Вот это молодец. Лана положила Биг Шоу на стол. Тем временем Русев залез на этот стол. И DDT проводят Биг Шоу. Жесть какая-то. Биг Шоу опять, можно сказать, смог реверсировать, к сожалению. Боже, Лана, не надо. Боже, сейчас бычить будет, пиздец. Блядь, дура. Так, а они-то в любом случае сработались. Опять не получилось Акаладу провести, но получилось провести Jumping Hell Kick. И раз, два, три. Нет, Биг Шоу кик-аут очередной раз. И Русев. И Русев осилил Биг Шоу, поднял. И фолловый слэм. Еле-еле перебросил. Вставай. Вставай. О, блядь, это долго будет. Черт. Пиздец. Вот Биг Шоу, а? Хитрец, а? Просто хитрец. Блин, Биг Шоу опять контратакует. И Русев подставляет колени. Ё-моё. То есть не колени, а ноги, извиняюсь. Ну все, это конец. Русев выходит на Акаладу, краш, все дела. О, ноу. Ноу, и тут же Биг Шоу сдается сразу же, моментально Русев побеждает. Ну, Биг Шоу держался молодцом, он мог победить несколько раз. Имею в виду несколько шансов было на победу. Русев матчка. А музыка у него эпичная. Это бред был полный, встал там. Вот это вот финальная Акалада, где Биг Шоу не выдержал и сдался же моментально. Вот Лана, неужели хоть в одном из ППВ у меня осталась Лана? Ее всегда выгоняли. Хоть тут осталось.